Получи бесплатное образование в техникумах Польши. Новый 2016-2017 учебный год украинские студенты начнут в техникумах Польши. Мы в Кракове! Спасибо, Евросайзе! Будущие специалисты гостинично-ресторанного бизнеса, туризма, логистики, сферы IT-технологий, а также других специальностей приняли участие в Украино-Польской программе и, заключив договора с компанией Евростади, гарантированно стали учениками польских техникумов. Компания Евростади организовала полный цикл работы с документацией для студентов и их родителей. Студентам осталось выучить польский язык, а родителям своевременно собрать и подать необходимый пакет документов. Получив письма о зачислении и имея информационно-консультационную поддержку в рамках образовательной программы, родителям студентов было легко подать документы в визовый центр и получить визы для себя и будущих студентов. Заботу о выезде студентов на учебу в техникумы Польши также взяла на себя компания Евростади. Комфортабельный современный автобус, удобное место и время выезда. Профессиональная организация всего процесса выезда позволила приехать в назначенное время в техникумы и в общежитие, где студентов уже ожидала польская сторона. В день приезда, благодаря польскому представителю от компании Евростади, поселение учащихся в общежитие прошло быстро и комфортно. В техникуме делегацию из украинских студентов и их родителей ожидал педагогический коллектив и руководство техникума. Было организовано собрание для всех новоприбывших, на котором озвучены условия учебы, статут и правила учебного заведения. Налажены контакты по сотрудничеству между техникумом, родителями студентов и польским представителем группы студентов Евростади. Директор техникума поздравил всех студентов и вручил им легитимации – студенческие билеты. На следующий день была организована ознакомительная экскурсионная программа для студентов и родителей. Приобретены проездные транспортные билеты для учеников, произведена регистрация телефонных карт польского мобильного оператора сотовой связи. Лично компании Евростади огромное спасибо. Все на высшем уровне. Переезды, заселение, экскурсии. Сам приехал без родителей, никаких проблем не возникло. Мы рады, довольны и благодарны компании, конечно, тоже, потому что без них, не знаю, я даже себе не представляю, как было бы вообще. Когда собирались на поездку, то Евростади все организовала, там документы, все прошло очень быстро, без проблем, там родители, мало что решали, все только делали через организацию. Студентам техникума в Польше довольно-таки легко пройти период адаптации, как в техникуме, так и в общежитии, поскольку во всем им помогает квалифицированный педагог-координатор от компании Евростади. Приглашаем вас на консультации по поступлению для бесплатного образования в техникумах Польши. Мы поможем вам успешно присоединиться к молодому поколению польских студентов и открыть для себя бесплатное европейское образование. Благодаря Евростади мы хоть спокойно себя чувствуем. Уверенно, да. Дорогі батьки, хто планує, будь ласка, звертайтеся в фірму Євростаді. Вони працюють на відміну. Добро пожаловать в компанию Евростади. Город Киев, улица Александра Мишуги 2, офис 322. Телефон 044 228 16 00.